Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов APEX. Данный индикатор основан на техническом анализе и представляет собой сигнальный индикатор с примесью уровней и зон поддержки и сопротивления. Во время появления сигнала индикатор отображает уровни, на которых был основан сигнал. Поэтому всегда можно видеть, почему в данном месте был максимальный шанс на покупку или продажу. Также стоит отметить, что изначально индикатор являлся платным, но с нашего сайта его можно скачать бесплатно. Индикатор APEX предназначен для таймфреймов от 1 минуты до 15 минут и экспирации в 1 свечу или 5 свечей. Устанавливается индикатор стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки индикатора можно оставить по умолчанию. Если у вас возникают проблемы с установкой индикаторов, то в данном видео можно посмотреть подробную инструкцию по установке. Говоря о плюсах данного индикатора, можно отметить, что он не перерисовывается, но, к сожалению, это единственное его преимущество. Если говорить о самих сигналах, то они формируются на определенных уровнях, которые являются математическими или динамическими. Также в основе индикатора лежат уровни Мюррея, которые размечаются по силе в диапазоне от минус 2 до плюс 2. На истории, к сожалению, можно видеть только сигналы данного индикатора. Уровни появляются только в реальном времени. И как уже становится понятно, для покупки опциона Call нужна стрелочка, направленная вверх, а для покупки опциона Put нужна стрелочка, направленная вниз. Также во время торговли можно обращать внимание и на силу уровней. И самыми сильными являются уровни в диапазоне от минус 2 и до плюс 2 для опционов Call и от плюс 2 и до 6 для опционов Put. А теперь перейдем к самому интересному. Хоть автор индикатора и советует использовать различные таймфреймы, включая 5 минут и 15 минут, тесты показали, что на данных таймфреймах торговля с этим индикатором будет убыточной, так как большая часть сигналов совершается против тренда на сильном движении, что и приносит убыток. И кроме этого, таких сигналов может быть несколько подряд. Единственный таймфрейм, на котором сигналы могут приносить хоть какую-то прибыль с экспирацией в одну свечу, это 1 минута. Но обратите внимание, что индикатор прогонялся в тестере всего один день, и несмотря на большое количество сделок, судить по этому дню будет неправильно. И для более полной информации необходимо будет протестировать индикатор в течение 7 дней и более. А теперь давайте посмотрим на результаты тестирования, после чего подведем итоги.
По итогу за день с 8 утра и до 6 вечера индикатор сгенерировал 7 сигналов, из которых 4 принесли бы прибыль с использованием экспирации в 1 минуту, а 3 принесли бы убыток, что дает в итоге 57% положительных сделок. Но, как уже говорилось ранее, это тестирование проводилось всего за один день, и другие дни могут показать совсем другие результаты. Поэтому всегда стоит тестировать новый индикатор или стратегию перед началом торговли на реальном счету. Торговать по данному индикатору или нет, решать только вам. Но по нашему мнению, он не сможет принести существенной прибыли в долгосрочной перспективе. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!